Город Видное, Жуковский проезд. Автомобиль Kia припаркован так, что спецтехника не может вывести мусор с этой контейнерной площадки. Теперь появились реальные, главное, законные способы убрать мешающее коммунальщикам транспортное средство. Об этом нашей съемочной группе рассказал начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов. Советом депутатов принят регламент по перемещению таких транспортных средств. Мы их не эвакуируем на штрафстоянку, а перемещаем просто в свободное место для того, чтобы контейнерная площадка была открыта и региональный оператор спокойно мог подъехать и забрать мусор с данной площадки. Формально водитель транспортного средства не нарушает правил дорожного движения, ведь знака, запрещающего парковку, нет. А значит, и на штрафстоянку эвакуировать автомобиль незаконно. А вот с кодексом административных правонарушений действия автолюбителя идут вразрез. Информация о нарушителе отправляется в Главное управление содержания территорий. Так, с середины января нынешнего года называют Госавтотехнадзор. Главное управление содержания территории это обрабатывает, и владельцу выставляется либо предписание, либо штраф в размере до 3000 рублей. Более 600 обращений на неправильную парковку транспортных средств поступает ежемесячно. Сейчас ситуацию пытаются изменить с помощью сотрудников муниципальной компании «Дорсервис». После того, как автомобиль перемещается, информация об этом отправляется в единую диспетчерскую службу. Там водитель и узнает о судьбе своей машины. Бывают случаи, когда убрать помеху, например, большой грузовик, невозможно, и здесь выход найден. Привлекаем сотрудников ГИБДД. Соответственно, сотрудники ГИБДД через свою специализированную, условную базу находят владельца. Мы пытаемся связаться с владельцем по телефону, и он там в течение часа-двух перемещает свое автотранспортное средство. В настоящий момент администрация Ленинского городского округа заключила договор со специализированной организацией, которая на постоянной основе будет заниматься перемещением автомобилей, мешающих вывозу мусора. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.